Привет, с вами Вилсаком, и мне нужна ваша помощь. Вот прям реально необходимо. Обо всем по порядку. Я запускаю премию Вилсаком. Будем раздавать всякие статуэтки замечательные. Лучший гаджет года, лучшая игра, смартфон и так далее. И у меня есть кое-какие проблемы с тем, как это назвать и как лучше поступить. Ну а перед этим давайте какой-нибудь пафосный анонс, парни. Можем сделать. Погнали. Нас с вами больше 4 миллионов, это будет самая масштабная премия в Рунете, черт возьми. И выбирать, конечно, победителя буду не только я, это было бы неправильно. Мы с вами одно целое практически, я делаю контент, вы смотрите, лайкаете, дизлайкаете, комментируете. Весь этот год мы с вами активно развивались, росли, распаковывали, обозревали, угорали и не только. И, конечно, это наша с вами премия, мы подводим итоги гаджет года. И это, блин, это круто. Именно поэтому мне нужна ваша помощь. Я долго думал, как же лучше поступить? Я единолично отбираю номинантов, потом выбираю победителей. Мы решаем это здесь в редакции. Мы отдаем это вам в голосовании. И понял, что лучше всего поступить смешанным образом. Я выбираю номинантов в каждой категории и победителя от себя, а вы непосредственно голосованием выбираете победителя от себя. Почему я так решил? Потому что, скорее всего, у меня больше экспертиза. Но взять те же смартфоны. Все основные новинки 2017 года я держал своими руками, пользовал и так далее. Многие из вас будут выбирать типа, ну у меня есть iPhone 10, я буду голосовать за него, или Samsung и так далее. И скорее всего перевес будет просто в сторону более популярного гаджета. Я же со своей стороны, покрутив и первый, второй, третий, и пятый, могу выбрать действительно то, что понравилось мне, не исходя из цены или то, что есть у друга Вази, а то, что мне по объективным характеристикам зашло больше. Весь декабрь мы с вами будем подводить итоги в каждой из категорий, раз в неделю мы будем выпускать специальные ролики, и финал 31 декабря гаджет. Гаджет года! Fuck society. В чем же мне нужна ваша помощь? Я до конца не решил, где проводить голосование. Можно это сделать в Твиттере, что маловероятно, во ВКонтакте, что тоже не совсем правильно, и недавно в Ютубе запустились сообщества, где я сделал опрос, и в нем приняло участие 200 тысяч человек. Буквально за сутки, вы можете себе представить? И вот я склоняюсь именно к этому варианту. Мы с вами на Ютубе и голосуем тоже на Ютубе в каждой из категорий. И блин, вы представьте себе, это будет самое масштабное голосование в гаджет-среде, наверное. Я так это вижу. Напишите в комментариях категории, которые вы видите. Может быть, автомобиль года. Вот я посмотрю, насколько вам это интересно. И победителя в каждой из них от себя. Я почитаю, проведу анализ, сформирую для себя категории номинантов. И начнем со следующей недели выпуливать голосование и готовить ролики. И самая важная помощь, которая мне от вас требуется, это как все это назвать. Премия Вилсаком 2017. Как-то так, ну да, но очень банально. Хочется что-то такое экстраординарное. Так что пишите также свои варианты в комментариях. Я надеюсь, вы мою инициативу поддержите. Если да, то ставьте лайки, как бы банально это ни звучало, но чем больше их, тем быстрее я пойму, что это действительно интересно, и тем круче мы в итоге это сделаем. И если у вас есть какие-то еще идеи, пишите мне на почту в моих социальных сетях, все ссылки в описании. Пожалуйста, я открыт к диалогу, мне хочется сделать что-то крутое в этом году. Совсем скоро увидимся, пока. Вот так вот, просто внезапно.